хочу сделать фотки. Вчера купила пакетик небольшой цветов. Мы купили в этом магните. Хочу сделать фоточки. Вот, ну, в постели, типа там чаёчек. Принесла все. Вот, тут еще. И, короче, выгнала Игоря. Он еще хочет поваляться. Смотрите. Он как раз с моим халатом лежит. Я сейчас буду делать. Надеюсь, получится красота. Вы оценить можете в инстаграм моем. Я уже поделала фотографии, у меня тут очень красивая весенняя атмосфера. Я думаю, всем, кто хочет тоже и ждёт весну, очень понравятся эти фото. Вот так вот я все красиво здесь разложила, у меня здесь блокнотик. В журнале нашла очень романтичную страничку. Вот, это журнал с ленты. Букетик сейчас поставлю, подрежу, поменяю водичку. А вот здесь у меня чаёчек с клубничкой. Я вчера пила. Он остался, и сегодня уже это как холодный чай идет. Вот. А также у меня здесь булочка синнабон. Я покупаю продукцию в Брецель. Я сейчас покажу вам, как это называется. Вот так вот это называется. Очень вкусно там. Такая вот аппетитная булочка с корицей. Хоть я не любитель корицы, но здесь все в меру. В общем, буду сейчас завтракать уже. Вот, будить Игоря. И надо будет уже работой заниматься. Ну, очень красивые тюльпанчики. Так что всем хорошего дня. Ребят, смотрите, я померила впервые, наверное, за последние годы юбку еще и такого плана. У меня такой ни разу не было. Мне кажется, очень красиво. Как вам? Я сегодня как-то пока смотрю, короче, это платье, оно, правда, мятое очень. Если его отгладить, мне кажется, оно очень не идет. Как вам? Оно такое, с коротким рукавчиком. Я поделала здесь немножко фотографии с этими нежными тюльпанами. Параллельно работала, Игорь там составлял услуги, а я им помогала, отвечала и фоткалась, короче. Я тут разрываюсь на все фронта. Короче, безумно люблю цветы, и это так поднимает настроение, и вообще супер. Еще мне очень нравится это платьишко прикольное. Фу, ребят, я сделала свою тренировочку по упражнению. Я скачала два упражнения. Одно для похудения, а другое для ног и ягодиц. Я очень хочу потянуть свои ноги, потому что когда я похудела, у меня очень на них обвисла кожа. Поэтому для меня вот проблемная зона — это ноги. Ну, живот — это понятно. Он всегда был проблемной зоной. Просто допом к животу еще появились ноги и руки. Вот, поэтому я скачала все два приложения. Вечером я делаю для ног и ягодиц, а утром просто для похудения на все зоны. Мне очень понравилось. Я сделала тренировку 6 минут. Не устала, далось оно хорошо, такие упражнения базовые для ягодиц, я их всегда делала. Кстати, мне прям очень понравилось. С музычкой. Так что мы закончили работу, сделала тренировочку, теперь нам еще надо погулять. Сейчас хочу попить водичку. Вышли на прогулочку, так классно, после зарядки, после уборки дома, погулять спокойненько так. Снежок у нас, немножко легкий морозец, подморозил всю грязь. Короче, гуляем.